Семенов? 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 Слушаю. Один вагон с четвертого пути на третий, под сахар. Сделаем. Вот так в советские времена диспетчеры передавали свои сообщения рабочим. Сегодня процесс коммуникации, конечно, ускорился. Руслан Абдуллаев на первой в своей жизни конференции рассказывает об одном из таких ноу-хау в мире железных дорог. Аудитория – студенты филиала Уральского университета путей сообщения. Первокурсник своим докладом доволен, как и учебой в вузе. Первые месяцы нам сразу же начали нас вливать в текучку нашей будущей профессии. Это нам помогают наши преподаватели-профессионалы. Также с нами работают участники железной дороги. У нас с ними проходят очень часто всякие разные конференции, встречи. В общем, так. Они нам рассказывают о нашей будущей работе. За 60 лет университет подготовил более 45 тысяч выпускников, среди которых есть и руководители РЖД. Количество студентов УРГУПС постоянно растет. В этом году поток увеличился на треть. Студенты железной дороги, института железной дороги всегда востребованы. Развиваются пути строительства железных дорог. Взять тоже Сочи, взять тот же Север, который сейчас начнет развиваться, и где потребуются наши специалисты. Кроме трудоустройства, Уральский университет путей сообщения дает возможность многим студентам обучаться бесплатно и получать стипендию. Несмотря на возросший интерес абитуриентов, руководители тюменского филиала уверены, места всем хватит. Светлана Мату, Сергей Мякишев, Тюменское время.